Всем привет! Я гуляю по улицам Сеула, точнее сказать, по самому центру. Сегодня выходной, суббота, много отдыхающих корейцев с детьми. Занимаются детьми плотно и правильно делают. Да, про погоду сказать. Сегодня 15, то ли 16 октября, потерялся в датах здесь, но это не важно. Плюс 23 градуса. Ну, для понимания. Осенью тут пока что даже и не пахнет. У нас в Приморском крае уже как бы осень. Хотя мы не так далеко находимся. Ну как, относительно недалеко. 2 часа на самолете. В лучшие времена было. А тут кафушки, бары. Просто красота. Иду, отдыхаю душой и телом. Прекрасные дорожки, как для велосипедистов, так и для пешеходов. А особенно хочу сказать для автомобилистов. Кто эти люди, кто проектировал этот город? Всем комфортно. И метро. Сейчас я включу кадры про метро. Это карта метро Сеула в Корее. Разберется даже ребенок. Ну что тут, ули да ули, ну что здесь разбираться? А еще есть такая карта, где все популярно написано. Как добраться, куда добраться. Вы не заблудитесь никогда здесь. Метро города Сеул. Это вообще отдельная тема. Так, все, подходим к началу реки. Люди просто отдыхают. Суббота. Есть где, есть за что, почему бы и нет. Хочу отдельно сказать про велодорожку. Вот сейчас я иду по граниту. Естественно, он твердый. Перехожу на велодорожку. Она сделана из мягкого материала. Вы представляете? А их по городу, ну кто был, знает, о чем я говорю. Вот так вот. Не перестаем удивляться. И восхищаться этой страной. Стоим, ждем переход. Машин нет ни одной, ни слева, ни справа. Красный. Тут пройти вот 5 метров. Все стоят и ждут. Как вы думаете, у нас бы ждали? Вот европеец идет, он не ждет. Вот так вот. Пример. Зеленые все двинулись. Раз, два, три, четыре, 6 метров.